Вот ты где, старина. Нам придется составить множество отчетов для пса. Дело закрыто. Наконец. Страж Галактик оказался. Позвав подмогу. Мамочки, вы гляньте, какие малютки. Если стражу нужна работа, то у Космо всегда есть задание. Думаю, что прямо сейчас нам нужно пройтись. Дама думает, я дохляк? Так-так. А это что за сладкая бомбошка в золотой обертке? Фу, гадость. Я... Леди Хеллбендер, мы скорбим о гибели твоих могучих питомцев и будем помнить о них. Они погибли, защищая своих. Это славная смерть. Вы вернетесь на Сикнарф-9? Сперва нужно построить достойный дом для Фума. Иначе он пожрет все живое в моем мире. Если опять бежит, позвоните нам. Обсудим расценки. Как мы и просчитали, Золотой Бог являлся ключом к уничтожению церкви Вселенской Истины. Верный вывод. Скажите спасибо, что мы не дали вам принять худшее решение в ваших жизнях. Дважды. Дважды. Дополнительные данные анализируются. Проведена коррекция вычислительных. О, аж чувствуется, как напряглась миражопа. Почти уверена. Что? Что чавкаешь? Смрадные слюни! Кудлатая копытная! А, узрите, вот очередной страж галактики. О чем он? Он покажет тебе каюту. Только свободных кают нет, пенек. Я есть Грут. Что? Нет, вмять, нет! Эй, Грут, отдай свое! Куда я дену свой ценный хлам? Хорошо, что мы в этом финале, а не в грустном. А много ли было грустных? О, не счесть. Оу! Прошу, пройди. Нет, ты давай. Нет нужды. Иди, иди. Нет, ты иди. Прошу, пройди. Пустое представление препятствует продвижению. По этой причине ты иди первый. Что ж, я преодолею путь в переднюю первым.
что дальше? Не знаю. Перед нами все горизонты открыты. Очевидный вздор. Можем взять банк. Мы на мели. Эй, я не стану брать банк. Это незаконно. И веселуха. Ты испортишь ребенка. Не парься, Дракс, это лишь вариант. Но, в принципе, это реально заманчивый вариант. Укачало, золотой? Неожиданное несварение. Пара пустяков. Ну, ладно. В общем, гальюн в хвосте, если нужно. Ну что, Мантис, вселенная в безопасности. Чем займешься? Не знаю. Пожалуй, вернусь на Ламентис. Хотя, говорят, земля хороша в это время года. О, или же рвану на Контраксию. Вы горные дома. А точно ли Контраксия завязала с этим обещанием? В любом случае, ребенку там не место. Да сколько можно? О, вид у тебя нездоровый. Аптечка? Могу оказать первую помощь. У нас, к прискорбию, нет аптечки. Да что ты говоришь? У нас есть аптечка. Изолента не считается. Ему бы просто имбирь. Не переживайте, со мной все ясно. Я чувствую себя прекрасно. Да ладно вам. Вообще, ого! Вот вмять! Магус! А, да, тот вариант, где золотого бога поглощает зло, и он так рвется уничтожить галактику. И кажется, уничтожает. Такое чувство, что это букашка у меня в голове. Я в головах у вас всех. Так Магус не сможет подслушать ваш гениальный план. Какой именно? О, нет, вы сами должны доведать. С ним мы судьбой. А мы все сдохнем. Моя финальная форма! Новая норма! Камень. Когда он нападал на нас с мамой, камень его отпугнул. Я чуял его страх перед камнем. О, да! Древний камень! Из тех шести! Ничто другое не сможет удержать всемогущую душу Магуса. Хорошо. Значит, мы такие подойдем ближе и швырнем в него этот волшебный камень. Вот именно. Крошки, мошки, мерзкие блошки. Ку-ку, а я наверху. Мантис, как нам подманить Амбала? Не ленись, перед новым идолом склонись. А что вы лучше всего умеете, стражи? Да какая там дружба? А это не намек на наше умение взбесить? Если кто и может гневить бога... Это мы. Ну же, склонитесь и мной восхититесь. Кто более меня годится? Браво, браво! Ты аплодируешь ему? Я хлопаю иронически. Он знает, что иронически. Да, хлопайте всегда. Нет. Ты даешь лишь обман и ложные обещания. Ты хуже всех! Так почему вы хлопаете? Дразним тебя, идиот! Вы что? Сказал, склоните! Мять! Вы издеваетесь? Отойдите! Я все сделаю! Ники, нет! Уходи отсюда! Поверь мне! Да! Все правильно! Вот так! Всех Ники! Живо! Выходите на маску! Держитесь рядом! Какого хвоста вам?
Ладно, это был просто отвал башки. Как ты? Без понятия. Просто сделала и все. Пока что все чудесно, страшно. Но опасность еще не миновала. Вам на беду, призовор. Я вольский крик на нас надвигается рой жуков. Жуки, это мой клинок. Разве вы только что не были на дела? Не надо так вот расплаться на вале! Ну как ты скажешь, что такое пустить? Но вот раз, когда вы сразились с ним внутри меня, было точно так же? Не совсем! На этот раз он как будто в миллион раз сильнее! Ты еда для рыбок! Только не подпускай их ко мне! Разозли его своими неосмотрительными речами. Отбросьте вашу возню, вопиющий. Любовь, морковь, красная кровь. Я понял, что ты любишь стихи. Не могу поверить, что тебе удалось стать еще более невыносимым. Шляпа, растяпа, мятая кляпа. Косолапый! Вы меня раздражаете. Именно это и делаем. Битва, молитва, бритва. Ха-ха-ха. Это просто бессмыслица. Это бессмыслица. Как только мы тебя встретили, сразу поняли, что ты просто куча словесного поноса. Теперь еще и зарифмованного. Неблагодарные ничтожества. Да, кажется, мы его довели. Берегитесь, планета! Ники, готовы опять спасти наши задницы? Будь аккуратнее. Эй, это мне тут достались крутые способности. Не забыл? Ты начинаешь мне нравиться к ним. Все живы? Ты молодец, дитя! Я знаю, мы до него доберемся. Надо только продержаться еще немного. Нечестная игра, сдаваться вам пора. Эти жалкие создания наступают! Жуки! Это мой клинок! Ты на скользкий, но ты исполнил слова! Да, Питер Адар!
клинки жаждут крови! Меч тоже! Я хочу ворваться в толпу и оставить после себя гору трупов! Ярость мешает вам понимать, что происходит! Если не обуздаете ее, то погибнете! Поэтому мы не пойдем в лоб. Действуя разумно, мы сокрушим их. Кто со мной? Так и сделаем! Так вам не... Ты знаешь, что делать, Гамора? Рано или поздно все склонятся передо мной. Вся галактика склонится. Народ, с камнем что-то происходит. Настал ваш час, стражи. Подмани его, Квилл, иначе не попасть. Покоритесь мне. Я сказал, покоритесь. Да как можно быть таким тупым с такой огромной башкой? Мы никогда не сдаемся, без шуток. Ты нас что, плохо знаешь? Вот именно! Мы стражи галактики! У нас даже визитки есть! Мы скорее умрем, чем покоримся тебе! Вы богу смеете перечить? Да я могу вас изувечить! Ой, да заткнись уже! Что ты сказала? Она сказала, что ты ее достал! Издевками ранишь мое! Это... Жить-то он будет, да, Мантис? Главное, он это осилил, как и все вы. Не он должен был собой жертвовать. Заплатили. Еще нет, брат. Значит, все кончено? Окончательно? Ну, Магус пока заперт.
Самая изменчивая сущность галактики снова узник камня души. Нам остается решить, что с ним делать. Продать. Уничтожить. У вас обоих так себе идеи. Я есть Грут. Он хочет объединить обе идеи. Камень канет, куда и как. Дело держателя. Эй-эй-эй-эй-эй! Он хотел убить нас и съесть галактику! Сложно сдержать сию смертельную силу. Судьба Создателя — стать сторожем. Никто его не устережет. Мантис, шансы, что галактике конец, если мы возьмем камень. Высоки. А если Златовласке отдать? Невысоки. Ребенок разумен. Совершенно свободно страшная сила действительно дерзко делит душу. Приятели помогут. Ну так, на всякий пожарный. Шансы плохого развития событий, если мы толкнем камень. Предельно высоки. Лучший способ избавиться от Магуса навеки вечные — это совместные усилия. Знаешь, как только ты почувствуешь несварение... Сразу свяжусь. Ваш веселый вертеп делает доброе дело. Прошу прощения, поскольку хотел убить вас и съесть галактику. Прискорбная промашка. Что говорить, и ты прости всю нашу команду за оскорбление в твой адрес. Смирять стоит скверный соблазн. Особой отваги обладатель обязан обрушить. Он серьезно всегда так говорит? Грубо говоря, все супер. Да дело же... Ты лучше это ей скажи. Нет, нет, нет. Да, да, да. Ну? Гадость. Ладно, меня он убедил.
Ничего, правда, я посплю на кушетке. Кушетка мерзкая. Я видел, как грызун на нее мочился. Пусть в каюте Гамора спит. С чего бы? Ой, да брось. Девчонка с девчонкой. В куклы поиграйте. Ты вообще ничего не понимаешь. Короче, я свою каюту не отдам. Конец дискуссии. Значит, иди обустрой еще одну спальню. И, возможно, ванную. И остальных убеди, что новый член команды — это чудно. Которому 12 лет. И тут тебе, вероятно, понадобится стать папашей. Эй, в чем дело, мужик? Ты же спас галактику. Дважды. Так что, очевидно, освоить новую роль определенно, пожалуй, будет как... Как два пальца. Да брось. Тебе по плечу Рейкер и Магус. С 12-леткой как-нибудь справишься. Да. Да-да-да, раздавай советы, проверяй уроки и добавь овощей в рацион. Вот же вмять, где ты возьмешь овощи? А если Грут вырастет овощи? А, да, есть смысл подойти и попросить его об этом. При условии, что все согласятся пойти на несколько незначительных жертв. Ты же насквозь их видишь. Да, в смысле, они действительно... О, так, у них есть чудные качества. Например, Дракс отважен и сам был отцом. Грут сердобольный и заботливый. Ракета, он научил бы ее всяким хитростям, а Гамора... Гамора. Ей знакомы честь и дисциплина, и... девчачьи дела. Да... Да, да, если тебе одному со всем этим не справиться, а друзья зачем? Ха. А знаешь, Ники теперь с нами, она в нашей семье, а семья держится вместе, несмотря ни на что, и даже может импровизировать по ходу событий. Ха. Очуметь. Питер Квилл! Мы решили отдать ребенку твою каюту. Ты спишь на кушетке. Принято единогласно. Стоп. Что? Ладно, потом. Что там с координатами? Все готово, ждем команды. Так куда мы летим? За новыми визитками.